людей, Дак. Я подумал, неплохо бы сегодня мы могли бы заняться сексом. Это интересная идея, но ты знаешь, четверг ведь. Стивен Ладен, как продвигается новая опера? Хорошо, да. Прекрасно. Мы договаривались, что наброски к партитуре будут через 2 недели. Через так две. Мы увидим их? В данный момент у меня творческий кризис. Нет, нет, не выключай. Медимон. С ним все хорошо? Да, он выдохся, написав ту последнюю оперу. Ничего не выходит. Сходи, проветрись. Выйди из зоны комфорта, пообщайся с людьми. Ладно, милый, у меня пациент. Пока. Туда пойдем. Я представляю вас обнаженной. Не знаю, хотите, расскажу вам в деталях? Нет. Уверен, у каждого из этих людей есть свой сюжет для оперы, Левий. Чем занимаешься? Управляю буксиром. В неумелых руках это смертельное оружие. Я романтик-эголик. Как и все мы. У меня привод за сталкерство и вынужденная реабилитация, и мне нежелательно это делать. Неужели это случилось? Она соблазнила меня. Она ведьма. Безумная капитанша буксира заманивает на борт мужчин, убивает их и съедает. Я в восторге. Так оригинально. Знаешь, я ужасно злилась на тебя. Но оказалось, я твоя муза. Чего? Стив, я тебя не покину. О, боже. Обожаю уборку. Чистота – залог здоровья, да? Я словно проникаю в головы пациентов с дезинфектантом и обеззараживаю. Приходила твоя капитанша. Я влюблена. Нет! Нет! Я оказала на тебя магическое воздействие. В моем воображении возник сюжет. Мой гений создал музыку. Ты ведь не убиваешь и не съедаешь мужчин? Пока не довелось. Иди ко мне, детка. Не могу устоять перед романтической историей, даже если она не про меня.